Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Star.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм из мультсериала «Щенячий патруль». Это костюм Ская для девочки. Вот так вот выглядит в запечатанном виде у нас костюм Ская. Давайте посмотрим сам товар. У нас визитка нашего интернет-магазина в товаре. И также выглядит сам костюм Ская детский для девочки. В товаре у нас идет рюкзачок-помогатор вот такой вот розового цвета на липучке. Внутри подкладочка, такой довольно вместительный, но для ребенка подойдет. Можно складывать какую-то атрибутику. Здесь у нас на кончиках идет резиночка, то есть сюда вы можете вставлять ручки, вот так ребенок может вставлять, и это будет вот так вот как крылышки. Рюкзачок идет на лямках, вот такие вот широкие лямки. Лямки не регулируются, просто обычные лямки. Такой вот рюкзачок. Он уже в комплекте идет. В комплект у нас еще входит юбочка. Такая вот розового цвета юбка. Юбка на резинке тянется. Юбка многослойная. Внизу подкладочка розовенькая у нас, атласная. Сверху у нас фатин. Вот такая вот юбочка. Сеточка здесь такая, по краю у нас розовая подколочка. В товар у нас входит головной убор, вот такой как шлем, посмотрите, ярко-розового цвета, с ушками. Головной убор довольно плотный такой, он универсальный, в одном размерчике, внутри выглядит вот так. Подходит абсолютно на любую детскую голову, он не спадает, очень удобный. И, конечно же, в комплекте у нас идет кофточка. Ярко-малинового цвета кофточка у нас с эмблемкой, с имитацией эмблемы сказочного патруля, щенячьего патруля. И короткие рукавчики такие, 3/4. Кофточка на липучке. Так вот липучка растягивается по всему периметру. Вот такая кофточка внутри с подкладочкой. Так вот выглядит кофточка. Здесь как бы имитация кармашков. Кармашков на самом деле нету. И сзади кофточка просто вот такая обычная. Это материал рефлекс, он здесь тянется ярко-малинового цвета. Вот полностью комплект. То есть юбка, кофта, шлем и рюкзачок. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.